Положи пока что на халяту. Привет, девочки. Всем добрый день. Амина пришла со школы. Да? Вот-вот, для нас как будто вечность прошла, мы же ее потеряли. Выгнали меня искать. Кого выгнали тебя? А Леру выгнали искать, да. Для нас как будто вечность прошла, всего прошло 20 минут. Просто они же дети маленькие, у них же все это медленно делается. Вот она и рассказала свою историю. Сначала забыла портфель, да? Потом что? Вернулась в школу за портфелем. Аня меня на улице ждала. Ага. Потом... Мы пошли в Гермес, машину там тарахтели, не давали нам пройти. Потом, а в Гермесе была вот такая очередь. Потом мы не могли разобраться, кому какие конфеты. Потом мы купили наконец-то, пошли. У Ани тоже денежка сегодня была? 50. А потом мы жвачки купили. Потом мы вышли. Из Гермеса. Потом пошли опять по дороге, где машины опять тарахтели. Потом наконец-таки прошли и пошли домой. Молодцы. Как вы первый день в школе прошел? Вот так вот. Аня набрала пин-пин-пин, ага. Потом я такая, открывайте! Никто не куда-то ушла. А, Амина, а курточку-то кто вешать будет? Ты. Ну-ка, вернись. Вернись это. Как дела-то в школе прошли? Как первый день после каникул? Классный. Классный? Все, ничего не забыла? Все, все по делу, иди переодевайся. Бери вешалки, вешай белье. Давай, вешай курточку. Давай, ладно, я не достать, повешу. Амина вещи собирает. Ой, складывает школьную форму, да? Лера сейчас с Аминкой уйдут. Лера в няньки пойдет сидеть с детьми. Я откуда знала? Если это уважительное обретение, что? Да? Да, что? Она не поняла тебя, что ты имеешь в виду. Нет, я поняла. Да? Но я распускала. Ну, что? Ничего. Ты просто не поняла. Давай, одевайся. Кристина там порядки наводит у Амины в ящике в столе. Я села завтракать. Еще только. Время 10:01. Пока все дела сделали. Вот. Сейчас позавтракаю. Потом надо будет сходить в магазин. Закончилось кофе. Буду пить чай. Так, конечно, чай неохота. Но буду пить чай. Может, сюда молочка добавлю. Вот сейчас его покрепче заварю, да, и добавлю молочка. И будет как кофе. Чай с молочком. Вот. Потом надо будет сходить за кофе, надо сходить за порошком. Порошок закончился, там все две стирки у нас есть, а порошка нету. Вот надо будет за порошком еще сходить. Вот такие планы, все, дома навели порядочек. Сейчас сидим, думаем, что делать дальше. Я вот так вот математику делаю. Покажи, как. Это что такое, сложная математика? Ну да, там сложные примеры. Я по кружочкам считаю. А можешь объяснить, как это? Ну, например, вот, три, и вот тут вот, три плюс три было. Угу. Три кружочка, потом еще плюс три кружочка. Да, вот тут вот плюс, ага. Вот, видишь, плюс. Ага. И тут еще три. Три кружочка, получается шесть. Шесть, и я записываю. Ага, шесть. И продолжаешь уже дальше. Шесть, ага. Ну и так. Ага, плюс шесть. А вот это вот... Стрелочка сюда уже дальше, да? Вот, нет. Это, ну, как? Умножение? Нет. Ну, там, я уже сама свои примеры. Угу. Там я все их вместе посчитала, и получилось 39. Я поняла. Как бы ты 3 плюс 3 получила 6, потом нет, так подожди, дальше... Вот так вот посчитала и получилось 39. Да, вот я и хотела сказать, что ты сначала этот пример, потом вот этот, ну,
как бы дальше. И основная сумма у тебя получилась 39. Я вот тут остановилась, сколько цифр получилось. Угу. Вот, например. Например, тут получилось 2. Угу. Вот тут получилось 3. Угу. Получилось 5 вместе. Угу. Тут получилось 5. Ты написала, тут, ага, получилось 4. Угу. Получилось тут 9. Угу. Потом я вот как... Потом я 5 и 9 соединяю, и получилась цифра. И тут также, угу, а потом получилось... Общая сумма 39. Да. Ясненько. Все сама придумала в голове, такие примеры решать. Нет, это... Вы в школе проходите так? Нет, это я сама вот так вот. Вот. Ну, вот это минус. Угу. Это тоже минус. Ага. Это получается, как будет вот на палочках. Когда палочки раскладываешь, то только кружочки рисуешь. А я принесла морской бой еще. О, кстати, можно поиграть будет в морской бой. Еще у нас 3 в ряд. Помнишь, игра была? Только куда-то она потерялась с афишечками 3 в ряд. Вот. Так вот, ну, они все в конструкторе, да, их надо просто собрать. У нас опять игрушки все в куче в целой. Неси, поиграем. А ты где его взяла, морской бой? У Ани. А, попросила? Да, у нее там вот такая рисовали. Стопка. Ага. Завтра отдашь? Да, мы раньше сами тоже морской бой рисовали. Мне вообще нравилась эта игра, она... Мы сами рисовали. Я ее обожаю, как только на телевизоре. Опа, ага. Бой. Да, сами рисовали два поля, и это такая интересная, да, игра. Вот. А я сижу, сейчас монтирую видео. Они хотят он поиграть. Вчера хотела, ну, вчера смонтировать хотела, сегодня выпустить. Ну так, девочки, мне было вчера лень. Но мы вчера еще и пришли поздно. Мы в шесть мы пришли домой. В 6 с игровой комнаты с детьми. Пока туда-сюда, пока покушали, пока помы... Ну, короче, все уже. Мы легли спать вчера в 10 часов вечера. Но такая ночь у нас была сегодня. Вообще. Вот. Вот так вот. А, вот, да-да-да. Одно поле твое, одно поле игрока. А ты запомнишь. Так ты будешь с Саней играть, не со мной. С тобой? Нет, я пока видео монтирую. С Аней поиграешь пока. Потом со мной, ладно? Мы потом с тобой еще на листочке нарисуем на тетрадном. И поиграем, хорошо? Я пока видео помонтирую. И вот, девочки, вчера вот Аминка тоже, видимо, так напрыгалась, вчера набегалась. У нее у бедняжки ножки болели. Мы до 12 часов ночи с ней. Я ей массажики делала, и мазью мазала ножки. Это есть вот такая у меня мазь Винарус, он, который снимает усталость. Ну, когда вот я целый день на работе нахожусь, иногда тоже бывает, ноги придешь вечером, они вот так от усталости. Я ей тоже вчера 2 раза помазала. Она, бедняжечка, уж не знала, куда их деть. И закидывала, и вертелась. До 12 ночи она не могла уснуть, да, Амин, вчера, из-за того, что... А потом все-таки ты уснула. И потом ей дала таблеточку еще обезболивающую. Дети хорошо встали все, без слез, без капризов. В садик тоже хорошо пошли. Каникулы никак не повлияли на их желание идти в садик, скажем так. Вот, пошли мальчишки с удовольствием, без слез. Ну, Давид у нас всегда ходит с удовольствием. Амир иногда капризничает. Он не тоже капризничает, он... Ему вставать утром тяжело. Он любит поспать. Вот. Он сижу, фильм смотрю и монтирую видео. Ладно, девочки, буду дальше монтировать. Вот. Завтра выйдет видео. Так, ребята, пишите вообще вопросы, что вас интересует, что вам интересно. Буду рассказывать видео. Будете писать вопросы под комментарием, а я в каждом видео буду отвечать на эти вопросы. Что вас интересует? Девочки, я хочу сейчас дойти до магазина. Сейчас наденусь. Попью сначала чай и дойду. Надо купить порошок, как уже говорила. Закончился. Молочка. И фарш. Хотим на вечер сделать макароны по-флотски. А Кристинка там хочет сейчас роллы заказать. Хотим роллы поесть. Уя! Подбежала. А они на морской бой тут играют. Только маме не покажу. Не покажу. С мамой. Тебе нравится, да, играть, Амин? Я обожаю морской бой. А потом вечером поиграем с тобой. Мы вот нарисовали. Сейчас... Ага, я знаю. А вот это... Здесь непонятно играть, да? Не, я неправильно. Бумажки испортила эти. Не испортила. Тут я вот. Угу. Не так поставила все. Ну ничего, играйте.
Вот. Так что сейчас пойду дойду. Кристинка сейчас роллы закажет. Покушаем роллов. Решили роллы. Мои любимые. Да, только мы не можем найти до вкуса. Что-то мы в Йоби да Йоби разочаровались. Последний раз заказали вообще. Мама в Йоби да Йоби посмотрит. Да, может, только там один раз было. Да, вот. Один раз, может, чего-то произошло. И вот так. Да, и так получилось, да, нехорошо. Невкусно, да? Вот, а я пойду дойду до магазина. Девочки, пойду в Пятерку. Так. Ребята, иду в Пятерку. Списочек уже написала небольшой. Сейчас набер продуктов. Вот смотрю. Либо фарш домашний, рестория. Либо из свинины сочный. Либо вот тот говяжий взять фарш. Не знаю даже, какой взять. Ближние горки. Вот я, наверное, вот этот возьму фарш. Горки. Вот что еще, наверное, возьму тайт. Я как раз 3 килограмма по акции сейчас. Молочка уже взяла. Вот имбирь посмотрела, имбиря нет. Бимакс тоже можно. Но у нас бимакс иногда из машины не всегда выстирывается. Остается вот в ячейке. Возьму. Я, наверное, оттает. Он такой. Так, 3 килограмма оттает. Имбирь надо еще взять. Вроде все, сейчас посмотрю список. Я уже дома. Но, подходя к дому, я вспомнила, что я не купила кофе. Представляете? Но обратно я не пойду уже. Не стала возвращаться. Вечером, если пойдем, в магазин куплю. А так буду без кофе, значит, сегодня. Ну, или, может, надумаю, схожу. Ну... Суть в том, что возвращаться я обратно не стала. Вспомнила у дома. Вот. Ребята, как всегда, обзорчик. Так, молока 2 литра. Наш Ярославская, Ермолпрод. Кола. Это сейчас мы будем есть с роллами колу. Имбирь тоже взяла сейчас. Даже Кристина, когда заказывала роллы, забыла заказать имбирь. Вот я взяла имбирь. Но зато здесь и больше. А то там все время так чуть-чуть положат, что там... Два раза съел, и имбиря уже больше нет. Ну, так что вот имбирь. Две упаковки. Мы его любим, едим. Ой, кстати, девочки, смотрите, я вчера обожгла руку. Чайником. Поставила кипятиться чайник. И мне приспичило поставить рядом на зарядку телефон. Воткнуть. Но чайник еще не кипел. И когда я начала в это время протягивать руку, чтобы поставить на зарядку чайник в это время, в этот момент закипел. И паром вот так мне обдал. Вот так вот обожгла руку. Я думала, будет вообще есть большой-большой пузырь. Но нет, но пятно есть. Такой небольшой ожог. Думала, будет сильнее. Потому что вчера так сильно щипало. Все это вздулось. Такой прям вот вздутая кожа была. Ну ничего. Надо быть самой внимательней. Вот прямо стала вот так вот ссывать руку. А вот время вот и он закипел и пошел пар. Короче, вот такие еще бывают моменты. Так, дальше поехали. Ушла от темы. Семечки. Имбирь, я уже говорила. Семечки, помидорки. Помидоры еще есть в холодильнике. Это я взяла их вечером обжарить вместе с фаршем. Вот. С луком, с фаршем и с макарошками. У нас сегодня будут макарошки по-флотски вечером по-быстренькому. Макароны взяла. Не знаю, там еще были макароны, но я так на всякий случай взяла, потому что я люблю такие больше гребешки, мне нравятся. Такие миленькие, мягкие. И две кашки Давиду взяла тоже. Кашка есть еще, ну так, на прозапас. Пусть будет. И порошок, конечно, больше ради чего я шла. Ради порошка шла и ради кофе. Но порошок я взяла, а кофе я забыла. Вспомнила у подъезда. Вот. Ладно, перебьюсь. Если что, вечером схожу, если будет не трудно. Ну, желания будет, пойду так. Возвращаться неохота, больно это было мне. Поэтому не стала. Вот, и порошок у нас тоже закончился. Надо будет тоже еще белье достать. Всегда берем порошок по акции. Какой там есть? Примерно рублей так 400-350. Это либо Ариэль, либо Тайт. Бимакс еще раньше брала. Но в последнее время, я не знаю, либо там сильно отбеливатели много кладут. Потому что у нас машина, из куда вот загружаешь порошок, не всегда вымывает порошок. Но я сейчас уже в основном прямо в барабан кладу порошок. Вместе с бельем сыплю туда порошок в барабан. И все, и не загружаю. Вот в эту вот ячеечку. Вот, но факт остается фактом, что у нас машина Бимакс не
весь порошок не забирает, вот, скажем так. Остается там чуть-чуть все время. Вот. Так вот. Поэтому либо Ариэль, либо Тайд. Мне очень нравится. Вот. Так что все, девочки, сейчас я убираю. И будем ждать. Фарух уже уехал за роллами. Сейчас он должен приехать минут через 15. И будем кушать роллы. А на вечером сделаем макарошки. Захотелось нам роллов. Вот. Служба доставки роллов. Сейчас пойдем есть роллы. Заплатила. Вообще, да. Мы скинулись по 200 рублей все на роллы, но в итоге вышло 1690, так и платили бы. Точно, да. Ну, там 1900, но так как у Кристинки через 3 дня день рождения, там еще скидка была 20%. И получилось 1690. Да. А, 1590. Во. Пойдем, Амина, кушать. 4600. 800. Мы все равно большую часть заплатили. 1200. Мы все равно больше. 800 на строе. Так, вот. Сейчас Кристина расскажет, как все дальше. Да, другие я взяла. Смотрите, взяла, короче, с рыбой. Вот. Да, семеночка, да, вот это. Вот это не мои любимые. Это твои любимые. Папа, только вот эту верхушку всегда так, снимает, смотрите. Сам съедает. Конечно. Да. Тут только с курицей, вот эти вот вроде с курицей. А вот эти все с рыбой. Угу. Взяла все самые. Тут с креветками. Это креветка, это копченый, вроде, это обычный лосось. Это с курицей, это темпура с курицей, это вроде тоже с лососем. Да, это тоже с лососем, и это с курицей. Вот это вкусно пахнет. Вот это вкусно пахнет. Она все, да? Да, она прям такая ароматная. Вот такие вот. Вот, все, садимся. Палочки есть? Все, да, Аня ушла гулять. Она раньше времени с подружкой договорилась идти на каток. Ну, а потом мы роллы заказали, да. А подружка уже ехала в это время. Ну, чтобы отказаться там, подружке сказать, что давай попозже выйдем. Подружка просто с другого района, да, неудобно. И поэтому Ане пришлось идти. Ну, мы ей... Со всего по одному оставим. Да, мы ей оставим. Вот так вот получилось у нас, что... Да. Нельзя подружку кидать, тем более из другого района. Если была бы из этого, ну вот, позвонить. Да, давай попозже выйдем. Такой. Все, это мы Ане откладываем, вот. Да. А, вот. Целый набор получился. Все, да, мы все положили. Все виды. Все, садимся, все, давайте садимся кушать. Все, никого не ждем, Амин уже. Сейчас Амина папа сядет. И Амин, а сколько да. Тут? Давай. Один, моя палочка. Четыре набора. Четыре набора, четыре палки, да. Ваня и палочка. Да, имбирь вот, такой большой. И этот, соевый соус. Ну вы же сестра. Ты что? Ты что? Сестры могут целоваться. Что, всем приятного аппетита. Налетай. Торопись. Батя, ни с кем не делись. Налетай, торопись. Если хочешь угостись. Вот, молодец. Так. Вот так чищу. Сейчас Кристина туда раскроет. Они уже сели. Нет бы, разложили. Да, аккуратненько. Все на серединку. Да, все сюда складываем. Ну, вот эти. Давай перевернем вот так, да. Вот. Так, давай, складывай. Мусор, может, да. Давай, вот это, вот сюда. Амин у нас рис только любит кушать. Вот ей все время папа чистит, да, Фарух? Да. Он всем серединку вычищает, все счищает. Давайте тарелочку или нормально там тебе? Нормально. Колу? Колу кому налить? Мне тоже. Кушаем. Заказали все-таки в Йоби-да-Йоби мы. Да, Кристина там немножко другой выбрали. Вкусные? Так, все, девочки, все, открыла соевый соус, имбирь. И не знаю, с какой попробовать. Я люблю рыбу. Я... Это домашний соус? Ну, дома было. Я покупала в магазине. Да. Фарух удивляется. Много имбиря, что? Я две банки взяла, я думала, одной мало будет. Да, но две-то все равно пригодится, мы его едим. Да, вы... Да. Давай. Сейчас я тарелочку возьму. Вкусненько, как всегда, вот это.
Вот эти вкусные. Взяла вот эти мы всегда берем с курицей. А и взяла с курицей и чисто еще с рыбой. На рыбку тебе. Бонусом. Вот сюда. Вот это приятно пахнет. Ой. Чуть-чуть. Давай получим. Вот тут мало, да? Может, и вкуснее будет? На рыбу соус положил. Вот сюда. Все сюда. Тебе в тарелку мы положим. Не, вот эти вот сюда. Мы в этот раз удачно роллы заказали, все вкусные. А вот эта такая прям остренькая, у меня до сих пор жжет язык. Не вот это, а вот это вот. Ну, там сверху, соус. Да, вот это соус, скорее всего. Она проще ролла была. Ну да, что суть, что вот это вот самые такие остренькие. Но вкусные они. Вот эти еще сейчас тоже. А какой самый вкусный? Самый вкусный, мне вот эти нравятся, с рыбкой. А мне вот эти. Угу, я знаю, какие тебе нравятся. Все, да, почти да. Все съели. В этот раз все съели, ничего не осталось. Как в тот раз, помнишь, сколько мы заказали? Настолько много осталось. Потому что они были... И больше, и да. Дороже. Мы просто толку... не обедали, вот обед наш. Да. И толку тогда... Толку так расстроились, еще. Прям вообще были невкусные все, причем. Угу. Один вид мы вообще не съели. По одной попробовали, зеленые вот этой сверху. Не, ну ты тогда больше заказала. Так вот она да, и говорит, что а больше и дороже было. Да. Мы заказали вот так вот. Ну, просто мне хотелось тогда что-то новенькое, потому что все равно уже то, которое вот мы ели, с авокадо, вот. Уже приелись тот. Они, наверное. Нет, их нету того сета, вообще уже... Вывели, скажем давным-давно так. Этого сета нету, да, поэтому мы начали пробовать другое. До этого, после этого заказали. Она тоже самая. Вот. Мы опять заказали невкусно. На Фаруху день рождения я опять другие заказала, тоже невкусно, а вот сегодня... Да, я просто решила заказать с рыбой сет, потому что знала, что он будет вкусный. И куриный сет. Мы его тоже заказывали всегда. Мой любимый. Угу. Любимый. Осталось две рулины. Все уже наелись, мы с Лерой сидим. Да, литр колы выдули. Вот, Лера, вот это будет есть, а я вот это буду есть. Объели, кстати. Все объелись. Вот в этот раз хоть все съели. Как всегда, мама. Сбежали. Ой, нет слов. Девочки, смотрите, меня одну бросили. Сбежали, меня одну бросили. Сказали, я мою посуду. Хитрые, да? Девки. Молодые. Я заказывала. Я оплачивала. Ну, Фарух оплачивал, он ездил. Он добавил 200 рублей. Еще ездил, забирал. Тоже бензин. У меня зарплата завтра, я завтра ей скину денежку. Я ей должна осталась. 200 ага. Рублей, ага. Мусоропровод сейчас зацепила. Сюда поставлю. И вымыть вот сейчас посуду эту. Немножечко тут. Ну все, девочки. Намыла, перемыла, все убрала. Сейчас мусор выкину. И все. А попозже будем готовить кушать на вечер. Вот и Аня пришла. Нагулялась. Будет не больше? А ты с имбирем не ешь? Будет есть. А я уже чай попила. Ну да, чай с молоком. Добавила молоко. Потому что я кофе забыла купить. Вот, с конфетками. Целый тазик такой. Вот так что вкусненькие. Приятного аппетита, Ань. Ты не встречала мою эту пилочку? Нет. Куда-то делала пилочку, хочу ногти. Немножечко сейчас. Лена, где рыбу ешь? Свободная. Ты не любишь рыбу, что ли? А почему? Вкуснятинку такую. Да, когда сейчас, а сейчас
займусь ногтями. Еще надо помыть это. Чего вы хотите? Чего вы хотите сделать? Волосы позавивать, что ли, хочешь? Да, попробуй. Да, только она рыбу не любит, она вон рыбу всю. Она сняла рыбу всю. Вкуснятина такую. Красную рыбу-то. Я знаю, я не люблю ее. Ты же ела. Не приставай. Она ела жареную, а это скопченая. Так и копченая она ела. Я попробовала. Не хочешь? Ну ладно, как хочешь. Кристинке... Креветку то она не сняла. Да. Кристинка удивлена, что она рыбу не любит. Рыбу, говорит, не любишь, красную рыбу. Мне кажется, красную рыбу все любят. Она говорит, я не люблю. Оказывается, не все. Девочки, я сейчас готовлю макароны. Поставила воду, сейчас вода закипит, отварю макароны. И буду сейчас пережарить фарш. Сначала лук обжарю, потом обжарю помидорку, кину туда, и потом фарш обжарю. Будут макароны по-флотски, и сейчас покрошу салатики. Время у нас уже позднее, 6:00. Зять уехал за малышами в садик. За Амиром и Давидом на улице темно, темно, ничего не видно. Сейчас уже приедут они. А я к этому времени приготовлю ужин. Ну, девочки, уже вот так вот зажарился лук. Сейчас я сюда добавлю помидорки. Я их порезала очень мелко, такими вот кубиками. Обжарю помидорки, потом закину фарш. Тут уже вода на макароны тоже закипела. Сейчас закину макарошки. И все. Буду готовить дальше. Вот так вот зажарилась уже, девочки, тут помидорка с луком. И сейчас сюда я добавлю фарш. Ой, там пришли как раз. Сейчас пок... О, как раз послушай, чего я его говорю тогда. Давида, привет. Давида, привет. Амир, покажи-ка рисунок свой. Привет, привет. Ого. Ты сам рисовал? Держи, молодец. Раздевайся. Для всех, да? Для взрослых рисовал? Молодец. Раздевайся давай. Куда в обуви-то? Куда? Вон там, вот у выхода. А то сейчас все будет это, сырой опять пол. Узел, что ли, завязался? Как в день в садике-то прошел, Амир, после выходных-то? Расскажи-ка. Как день-то в садике прошел после выходных? Все хорошо? Подожди сейчас. Да, да, да. Не скорее драться. Да, молодцы. Все, Давида, да, да. Вот такие он сейчас там девочки закатывают истерики, да. Да. Да, все не так, да. Даже да не дал. Даже да не дал сказать, да, Мир, ты же, да. Ой. Короче, у него сейчас характер проявляет свое. На да говорит нет, на не говорит да. Да, говорим нельзя, он говорит можно, говори можно, он говорит не делает, что нельзя. Короче, я не могу. Уберешь что-то? Поможешь ему, да? Что ты не можешь? Бумажную денежку? Сотку? Да. А где твоя сотка-то? Она копит на машинку. И все? И все? Это к папе вопрос. И все. Надо на батарею положить. Я положу их сушить, Амир, на батарее будут лежать. А он просто снег потрогал. Десятку сейчас дам. Теперь я добавила фарш. Все это сейчас хорошо обжарю. И добавлю потом макарошки. Быстренький ужин. Обжег пальчик только что. Видите, только что обжег пальчик. Дотронулся до вот этой кастрюльки. Дошел, шел пальчиком. Да, вот так, бай, скажи, баб. Теперь у меня на ручках сидит, поплакаешь. Да, все, сейчас будем кушать. Все приготовилось уже, девочки. Я уже тут все перемешала. Вот так вот получилось. И тут Амине с Амиром. Да, видите, мне пальчик больно. Они без всего, вот макарошки. Да, я им сделаю с сыром. Да, Давидик? Угу. Садись. Сейчас я всем наложу покушать. Давай, давай, будем кушать. А потом будем играть, да? Да. Да, как дела-то у тебя, расскажи. Все хорошо? Да. В садике плакал? Спал? Да. Играл с ребятками? Да. Тебя ругали сегодня в садике? Да. Как? Ты сегодня не слушал воспитателя? Да. А почему? Настроения не было?
Ладно, все, буду, девочки, сейчас я накрою на стол. Позову всех есть. Ну все, девочки, я тут уже приготовила. На стол положила. Тут будут Амир с Аминкой. С сыром будут, да, Кристинка? Ну я уже положила. Все, да, садитесь. Ну, видишь, Давидик заботливый. Да, идите кушать. Вот, говорит, ешь, видишь, ешь, говорит. Да, Давид? Да я молчу. Ребят, над вами тоже дочери ваши издеваются, да? Она вечно... Да, Давид, мама твоя вечно издевается надо мной. Да? Ты танцуешь? Ты танцуешь? Пересматривают видео. Ты туда хочешь? И я. И мама хочет. И я хочу туда. Да. На поезде. Надо вещи собирать. Да. Прямо сейчас. Чемодан на балконе. Надо нам денежки. Так, надо вещи собирать, чемодан. Еду покупать, билеты покупать. В садике заявление писать, в школе заявление писать. Ты готов? И можно ехать на море. Ты готов? Да. Вещи пошел собирать. Да. Что там? Все, поехали. Смотрим. Давай, типа, сделаем что-то. Сейчас поедем. Ты отстань, скажи. Лера, отойди от экрана. Со своим мечом. Сейчас будет елку кидать, смотри. Нет, Ариночка, нет. Сейчас тебя кинет. Лерку. Там только не вытергивай, пожалуйста. Давида! Дай там только стоит один раз. У нас розетка, но обычно выдергивает. Если выдернет, у нас погаснет телевизор и интернет. Там зарядка, да, там у Кристинки фотоаппарат. Нет, 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 не выдергивай. А что перематываешь? Я говорю, давай я буду смотреть телевизор, а ты будешь со мной играть рядом. Да. Я буду телевизор смотреть? С тобой хочу. Вместе, ну давайте, не дают мне смотреть телевизор, говорит, чтобы я с ним играла. Давайте. Да. Вот играйте вместе. Да. Давида, отвати, я колазить яю. Я колазь большой и большой. Вот тут я колазь. Нельзя смеяться, конечно, гараж. Ты же стараешься. И Давид такой же строй. Ты ему показываешь, он с тобой повторяет, как надо. Правильно. Не, не так. Давидик, не так. Надо их на ребрышко ставить. Да? Не так немножко. Смотри, как у Амира. Амир как ставит. На ребрышко. Не лежа, а вот так вот. Вот так. Вот так ставить надо. Да. Вон. Какой мир двухэтажный строй, да?